Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с магазином Чагерни. Вроде читается это название так, а именно хочу познакомить вас с рюкзаком. В магазине такой рюкзак представлен в двух цветах. Это серый и розовый. Серый более мужской, классический, а розовый такой женский, нежный. Этот рюкзак очень вместительный и сделан он на плотных лямках. Эти лямки очень хорошо держат спинку прямо, поэтому от большого веса спина не будет прогибаться и будет комфортно идти. Такой рюкзак прекрасно подойдет для школы, для университета. Например, я приобрела его себе для работы. Я фотограф, и мне удобно взять ноутбук с собой и подобную технику. Спокойно все можно туда уместить и помчаться по своим делам. В него легко помещаются фотоаппараты, объективы и даже ноутбук. Для ноутбука сделан специальный карман на липучке. И туда спокойно помещается даже такой большой ноутбук, как мой. И еще остается очень много места. Эта липучка поможет зафиксировать ваш ноутбук, чтобы он не трясся во время ходьбы. Также можно с легкостью отрегулировать лямки, и они не будут выскакивать, так как тут есть защита. Если вам нужно подзарядить телефон, но держать пауэрбэнк в руках вместе с телефоном не хочется, а хочется идти и спокойно переписываться с друзьями, то компания решила эту проблему. Они установили специальный датчик-переходник, который находится рядом с лямками в доступном месте. Туда мы подключаем зарядник, телефон держим в руках. А еще один шнур, который будет подключен к пауэрбэнку, находится внутри рюкзака. При этом будет комфортно и ничто не будет нам мешать. Все сталкивались с такой проблемой, когда после дождя наш зонт мокрый, некуда деть. Его не хочется класть к вещам в рюкзак. Его не хочется держать в руках, потому что он мокрый и неприятный. Его не хочется носить с собой. Решение этого вопроса тоже есть. В рюкзаке установлен специальный замочек с тайным кармашком. В этом кармашке у нас лежит специальный мешок, куда можно положить либо бутылку, либо зонт. Еще в этом рюкзаке установлен кодовый замочек на пружинке. Допустим, мы сидим в кафе, нам срочно нужно куда-то отойти, а рюкзак брать с собой не хочется, мы просто его пристегнем. Этот рюкзак можно купить в магазине сейчас по очень большой скидке. Поэтому советую заглянуть и убедиться в этом. Сам рюкзак сделан из плотного материала, который совсем не промокает. Даже молния проделана силиконовой защитой. Дождь нам точно не помеха. Качество рюкзака отлично. И, конечно же, я советую его к покупке. Я очень довольна приобретением, чего и вам советую. Хорошего вам дня и прекрасных покупок!